Шадринец Альберт Дзыков завоевал серебро первенства мира по кикбоксингу. Соревнования проходили в Ирландии и в Дублине и собрали более 1700 спортсменов из 47 стран. Честь России в составе сборной защищал 18-летний воспитанник спортивного клуба «Уральский характер». Выступая в весовой категории до 60 кг, он занял второе место, уступив на 1 балл в тяжелейшем бою русскому сопернику из Томской области. Всего Альберт провел 3 боя. Ну, как первый бой, он всегда трудный, поэтому я с ним немного суетился, ну, не так работал, как обычно. Но я выиграл 3-0, но мог бы еще лучше боксировать. На первенстве России больше волновался, чем здесь. Здесь чувствовалась поддержка, ну, по команде. Ну, получается, у нас же большая сборная, и когда кто-то выступает, много человек тебя поддерживает, кричат «Россия», смотришь, все в форме русской, с флагами стоят, поэтому легко было выходить в ринг, не страшно. Выйти на старт мирового уровня было тяжело. Альберту попались серьезные соперники из Великобритании и Турции. Кстати, турки физически более крепкие парни и отличаются жестким ведением поединков, берут грубой силой. Однако шадринец смог переиграть их на ринге, тем самым создав хороший задел для всей сборной России. В результате в двух первых турах он выиграл со счетом 3-0. В финале Зыков сошелся с соотечественником из Томской области и, к сожалению, уступил ему по очкам. А в финал я вышел с соперником из России. Он победил норвежца и казаха. Получается, я ему уступил в финале, к сожалению. Ну, немного не хватило, не доработал. Ну, там ошибку сам совершил, не перестроился по ходу боя. Так бы мог победить. А так с иностранцами пообщался хотя бы. Узнал, как они живут в своих странах. Интересно. Там у каждой страны свои особенности, у каждого свое. Путевку на первенство мира шадринец завоевал благодаря победе на первенстве России. Также он стал обладателем звания мастер спорта. В день города Альберту Зыкову была присвоена молодежная премия города Шадринска за высокие спортивные достижения. Награду за спортсмена получал отец, так как юноша уже находился в Ирландии. Тоже очень здорово. Это очень большой опыт вступать на международной арене совсем в другой стране. Очень интересно и необычно. Тут просто интересно побоксировать было именно соперниками, ну, которые представляли кикбоксинг из других стран. То есть, там, например, ну вот с великобританцем у них вообще другая манера боксировать. Ну, именно это ведение боя. У турков тоже своя. Они отличаются от нас. Пока, наверное, до Нового года я не знаю, еще где-то поучаствую, не поучаствую. Но после Нового года я перехожу уже в эту возрастную категорию мужчины 19-35 лет. Вот там уже посмотрим, какие соревнования буду ездить, выступать.